Опыт Малайзии в создании IT-города Киберджая очень интересен для Татарстана, заявил сегодня президент Рустам Миниханов во время его посещения. Наша делегация презентовали госпрограмму по развитию IT-технологий. Ее часть – зона высоких технологий в пригороде Куала-Лумпур. Там работают 600 компаний, создана вся инфраструктура. Участники программы пользуются льготами и 5 лет не платят налог на прибыль. После презентации Рустам Миниханов рассказал о нашем республиканском проекте «Иннополис» и сообщил, что Татарстан заинтересован в обмене опытом. Возможно, будет заключено соглашение о сотрудничестве между городами.